довольно рискованно. Игнашевич, Алексей Березуцкий. Все, идет уже добавленное время. И это добавленное время истекает. Ну что, Аршавин, пас. Павлюченко сбрасывает мяч. Ну, гол! Вот так вот. То, что и требовалось доказать. Пытался я напророчить. Ну и что, напророчил Погребнику. Вот так, великолепный дебют. Свои те самые несколько минут, которые у него были, которые были в распоряжении Павла Погребника, он использовал. Очень хорошая комбинация. Браво все, браво Павлюченко. Вот смотрите, какой навес. Павлюченко здорово сбрасывает головой. Сбрасывал ли он именно, вот смотрите, все начинается с паса Аршавина, конечно же. Аршавин просто умница. Навес великолепный. Выпрыгивает Павлюченко, сбрасывает. Может быть, он делал передачу Лоскову, а может быть, еще более тонко. Так или иначе, сейчас это уже не столь важно. Мяч проскакивает по Гребнику, и тот играет удивительно хладнокровно. Удивительно хладнокровно. Вот такой дебют. В первом матче за сборную. Это 22-летний.